Всем ур, мяу, с вами Мира, Мабафилка, и мы продолжаем играть в Outlast. Тут какое дело, дамы и господа? Follow the Blood. Ну, Follow the Blood мы это уже видели, хоть я давно и не играла, но я все-таки помню данную надпись. И тут, конечно же, темнота. В общем, какое тут дело? Пошла я, значит, гулять. Пошла я гулять сегодня днем. И меня так продуло. Вот вроде бы погода такая теплая, одеваешься, ну, так по-осеннему, весеннему, а ветер-то какой холоднючий. И, в общем, ветер мне все испортил. О, ух ты, привет. Привет, мужик. Я чувствую, мы от него будем когда-нибудь убегать, да? Посмотри наверх, я наверху. Привет, давай здороваться. Ну и, в общем-то, а как мы будем прыгать до туда? В общем, у меня сейчас такое ощущение, что я заболею. Вот меня продуло, и я, скорее всего, заболею. Такое, знаете, предболезненное состояние, как бы прыгнуть-то. Просто прыгать на пробел. И, в общем-то, в свете всех этих событий я подумала, дай-ка запишу Outlast. Давно этого не делала. Здесь нигде не пройти. Не ищите здесь логику. Логики в этом абсолютно... Вот это топинамбур. Что это? Ё-моё. Ай, 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 ай. Так, так, как мне отсюда залезть-то? Залезь. Что это за топинамбур был? Это Вали Ридер. Я его помню. Так. Надо привыкать к Outlast'у. Давно... не было, я уже отвыкла от управления, отвыкла от всей этой бодрящей атмосферы. Поэтому, скорее всего, буду очень сильно пугаться, тем более мое болезненное тело воспринимает все очень остро. Здесь никак не пройти, а куда же нам? Все очень остро. А ветер просто меня, конечно же, убил. Вот на самом деле он такой... прямо колючий, кусачий, пролезал во все щели, просто за все мои филейные части меня покусал, и вот, скорее всего, я заболею. Ну и, в общем-то, не будем отчаиваться, пока есть возможность. А как бы наверх-то нам запрыгнуть? Пока есть возможность, запишем несколько видео. Конечно же, походим, потупим, ибо я, как обычно, не знаю. А, я поняла. Я все время путаюсь в этой игре, вроде бы как. Она довольно-таки... Ай! Как ты так, мужик? Эта игра довольно-таки линейная, но при этом... я все время в ней путаюсь, куда идти, потому что здесь различные ярусы, вверх, вниз. Хватит пищать. И я не всегда смотрю наверх, не вижу эти пути, которые указывают нам, что нужно идти туда, в вышину. Вот в эту дырку мы провалились. Мы были в той стороне. Да? Эй, стол, зачем ты это делаешь? Прекрати. Да хватит пищать. Давайте поменяем батарейку, пока еще ничего страшного с нами относительно страшного не происходит. Так, кто тут? Левая кнопка мышь. Ай, левая кнопка, да. Я не знаю, где левая и правая. Отлично. Такая веселенькая прогулочка по психбольничке. Очень веселая. О! Документик. А как документы-то смотреть? Точно, на тап. Документы. На 102 документа непрочитанных. Ай-ай-ай. Давайте прочитаем. Проект скрепка. Объединение... Объединенное управление планирования, ссылка, акт разоблачения нацистских военных преступлений. Прежде всего, проект скрепка позволяет воспользоваться услугами зарубежных специалистов для решения особых задач, стоящих перед армией, военно-морским флотом и воздушными силами. Проект 63, хорошо, что не 69, является по преимуществу программой опровержения и желательно полного уничтожения компрометирующих свидетельств. Цель программы – обезопасить работу в Соединенных Штатах для некоторых выдающихся немецких и австрийских специалистов через отрицание факта их работы на потенциального противника. И еще один документ. Выдержка из дневника Ширли Пирс, Ширли Мирли.
пациентки лечебницы. Как я могу забыть, откуда взялись эти порезы? Они так болят. Даже теперь, много дней спустя, доктор Ньюхалл сказал, что я виновата сама, поскольку подсознательно сопротивляюсь гипнотерапии. Но я так хочу скорее поправиться. Не знаю, как я могла сделать такое с собой. Доктор Ньюхалл говорит, что это просто иная форма моей постельной истерии. Постельная истерия. Бедный Брюс, я заставила его так страдать. Я осторожно попыталась спросить у миссис Джексон, не было ли у нее с мужем подобных трудностей. Но она не выносит подобных разговоров. Ее муж тоже нашел утешение с женщиной помоложе. Ай-ай-ай, вот все мужики такие. Эх, я знаю, что доктора желают нам только добра. Я благодаря помощи людей из правительства, которые присоединились к персоналу, я вообще нахожусь в самых лучших руках, голубенькая женщина. Не знаешь ты, в каких руках находишься. Мне нужно просто принять таблетки и лечь спать с надеждой, что сегодня сны окажутся приятнее. Ух, а в заметках у нас что? Звук в сушилке. Звук в сушилке такой же, как у меня в голове, когда появился Вальридер. Моргаю. Вижу помехи и что-то еще. Нечто темное и маслянистое спускается по внутренней стороне моих век. Глядит на меня своим чем. Даже представить себе не могу, но такой же звук исходит из сушилки, изнутри стен. И этот звук мне знаком. Бодрящая атмосфера, Outlast. Как же мне это нравится, и в то же время я это ненавижу. На самом деле, кстати, атмосфера в Outlast мне дико нравится. Мне показалось, что там кто-то стоит. Дико доставляет, но я ненавижу в этой игре убегать. Так, Вальридер. Вот я помню, что вот на этих штуках можно проваливаться. Здесь мы тоже провалимся? Вроде еще нет, не провалились. Так. А куда же нам, в какую сторону? Нам можно и в ту, и в другую, да? А в какую сторону-то я хочу проверить, что там да как? Привет, мужичонка. Что же тут такое будет? Веселое и радостное. Подозрительно тихо. Чувствую, что скоро придется убегать. Так, нам сюда, да? Сюда. Но я не хочу туда, я хочу сначала все обследовать и посмотреть. Ух, красота какая, лепота. А, записка дурацкая, зачем ты меня так пугаешь? Фух, я уж думала, что что-то сейчас случится. Заметки. Ложь. Знакомый почерк, отец Мартин убил здесь кого-то. Ложь, о которой он твердит, досье, пропавшие из этих ящиков. Записи, факты, они похожи на материалы правительственного агентства. 30-летней давности или старше. Вспоминается МК Ультра ЦРУ, назойливое жужжание не исчезает. Пересыхает горло. Ой, ну что ж, теперь нам придется идти вот в ту открытую дверь со стрелочкой кровяной. И это мне не слишком нравится. Так, мне это не слишком нравится, я сказала. Ё-моё! Ай-ай-ай! Куда от него смыться-то? Ух ты ж, блин! Он меня заметит? Он меня заметит, да? Он меня здесь запалит. Я не знаю, где от него прятаться. Блин. Ну давай. Где ты там? Не мучай меня. Мужчина моей мечты. Давай, выходи, давай же, ну. Ладно, перезаряди батарейку. Знаете, я когда перезаряжаю батарейку, я очень боюсь в этот момент, когда вот мы этот момент темноты, потом появляется снова свет, и я вот очень боюсь, что в этот момент как раз я увижу кого-нибудь. Слушайте, что не идет-то? Где он там? Блин, а куда он делся-то? Что за... Куда он делся? Он там застрял. Он застрял в двери. Жесть, веселуха. Но он отстрянет, нет? Или мне нужно ему дверку открыть?
чтобы он отстрял, да? И умереть, конечно же. Вы посмотрите на это чудо в перьях. Ой, их там два! Блин! Это вообще подстава. Нет, я не знаю... Я не знаю, как мне вообще выходить из этой ситуации. Один ходит, бродит там, другой вообще застрял. Дайте-ка подумать. Ну, нам куда-то вперед, но я не знаю, куда там вперед бежать-то. Я его выпущу, и он на меня, конечно же, наскочит. Он не будет меня благодарить. Ладно, будем умирать. Наверное, начнем с этого же места. Ух, он там стоит. Дружка своего выпусти, а? Чего стоишь-то, смотришь на его мучение? В текстурках застрял, дружок. Ну давай. Пру, не наяривай там, иди выпусти. Ну отлично. Теперь второй, что ли, застрял? Так, мне, наверное, придется перезапустить игру. Я не знаю, как иначе с этим справиться. Эй, смотри, я тут! Уи, блин! Ой-ой-ой-ой! Нет, ну у меня не было выбора. Как-то я не ожидала, что я в этом месте появлюсь. Ладно, ну, по крайней мере, дверь теперь там открыта, и они смогут выйти. Так, один пошел, второй. Второй где? Второй идет? Второй где? Что вы не парочка-то ходите? Так, а не говорите, что второй все еще там застрял. Так, нет. Так, закрывай дверь, закрывай, дурачила. Так, хорошо. Ну, конечно же, эта дверь закрыта, кто бы сомневался. По крайней мере, те там остались. Я услышу, когда они начнут выбивать дверь, правда ведь? Правда ведь я услышу? Хорошо. Вообще-то хочется обследовать все тут. Возможно, я найду какие-нибудь... документики какие-нибудь, потайные ходы, хотела сказать, но нет, в этой игре потайные ходы я вряд ли найду. Ну что ж, хорошо, по крайней мере, мы как-то более или менее справились в этот раз лучше. Что такое? А, это спрятаться можно. И что у нас тут? Закрою эту дверь от греха подальше, чтобы никто к нам не полез сюда. И у нас здесь Марио, попрыгунчики. Будем сейчас попрыгунчиками. Ладно. Ох, я прыгать не умею, но я постараюсь. Я очень постараюсь. Кто шепчет? Кто там шепчет что-то? Подождите-ка, это же... А, это отец Мартин! Нам туда, нам к нему. Сейчас я иду, папочка мой. Папочка мой родной, я бегу со всех ног. И видишь, вот прям вот совсем запыхалась. Ой, прям так запыхалась, так запыхалась. Ну, путь тот у нас какой? Главное не запутаться. Нам туда. Хорошо, сейчас нужно как-то разогнаться. Я же тут не допрыгну. Высоко и кровище. Кто-то явно тут до меня пытался прыгнуть и... А, нет, я думала, это кровь. Это просто осколки. Ну ладно. Так, хорошо. С разгоном и прыжок в полете. Давай! Отлично. Мы с вами допрыгнули, но не совсем удачно. Камеру просрали. Она там где-то внизу. А как я без камеры-то? Я пойду сюда без камеры? Новая цель. Ориентироваться в темноте. Необходима камера, чтобы ориентироваться в темноте. Ой, спасибо, я бы не догадалась. Ну вот видите, мой персонаж туда не идет без камеры, и значит, придется за камерой лезть. Ух, придется за камерой лезть. А я видела, еще какой-то мужик пошел, только в какую сторону?
Так, а камера провалилась вот туда куда-то, в эти дырки. А, хотела приблизить, я поняла, что камеры-то нету. Фиг я приближу, что? О, деревяшки, я напугалась. Кто-то думал, какие-то уже гарпии летающие на меня сейчас нападут. А это всего лишь деревяшка. А, без камеры-то идти совсем не круто, скажу я вам. Но, по крайней мере, здесь светло. Разработчики были такими добрыми, что сделали нам здесь светлую локацию, пока мы без камеры, такие слеподыры бродим. А без камеры это все даже как-то иначе выглядит. Все такое, ну, такое оранжевое, коричнево-оранжевое. Но я... Что ж ты меня так пугаешь-то, мужик? Но я очень... Что он там боится? Чего ты боишься? Что ты там углядел? Я так надеюсь, что без камеры на нас никто не будет нападать, пока мы без камеры. Поэтому, в принципе, это должен быть такой относительно легкий уровень. Ведь так? Ведь так? Ведь да? Да мы с вами попали в раздевалочку. Ну, идем на свет. В принципе, вариантов... Не так уж и много. Куда нам идти? Кто-то моется? Я не помешаю? А, никого нет. В принципе, мы, может быть, помоемся, нет? Ты можешь открыть это и помыться? Давайте помоемся. Красота! Душ! Я обожаю душ. Вот у меня какой-то фетиш на душ. Я могу просто бесконечно умываться. А здесь чего? Здесь тоже душ просто. Я... В день могу 2-3 раза принимать душ. Я знаю, это немножечко странно, но у меня вот такая любовь очень странная. Так, что-то мне это не нравится. Надо запомнить вообще путь этот весь. Как мы тут будем идти? Значит, тут нам нужно запрыгнуть. Ну-ка, потренируемся на всякий случай. Потому что у меня такие ощущения, что как только мы камеру получим, за нами кто-нибудь погонится. Я уже эту игру изучила. Вдоль и поперек. Да, да, вот именно он за нами и погонится. Но, скорее всего, это будет, когда мы добудем камеру. А пока что без камеры мы, в принципе, ну, наверное, в безопасности, ведь так? Эй, мы в безопасности. Тут что у нас? Нет, туда я не пролезу, хорошо. Ты же не станешь нападать, но не зря. Ох, господи. Блин. У меня сейчас истерика будет. Вот это вот у меня сейчас был такой выброс адреналина, друзья. Давно не играла, и это все очень стало неожиданным для меня. Но он связан, и он не станет напрыгивать. Аж наушник выскочил почти. Это было, конечно, очень весело, скажу я вам. А в какую сторону-то? Как он меня просто на раз-два сделал. Я такая иду, храбрая, на незрячих не нападает. Ага, в этой игре хренушки. И на незрячих тоже, тоже могут напасть. Блин, такая темнота. Свет, я вижу камеру. Камера. Бери камеру, дурак. Где тут? Да хватит дрожать, а, дурачила. Так, тихо. Ёшкин кот! Только не это! Да что же вашу за ногу? Помидоры вы лысые! Отстаньте от меня! Блин, камера, а ты что ломаешься? Она еще и... О, отлично! Так, путь. Где-то здесь на меня еще напал мужик. Только где? Бананы старые! Яйца без мошонки! Куда? А, здесь, давай! Да-да-да! Давай, залезай, дурак, прыгай! Фух. Фух. А,
экшеновая случилась серия, у нас такая крайне экшеновая, после перерыва это длительного. Я думаю, вот на этом я остановлюсь. Серия меня взбодрила, надо передохнуть, принять душ еще раз. Надеюсь, на меня никто не нападет, пока я буду принимать душ. Уж в душе-то никто не станет приставать к женщине. Все. Я в домике, я в душе. Фу. Ну что ж, с вами была Мира Баба Филка. Ставим лайки, комментируем, обязательно подписываемся и увидимся в следующих сериях. Всем пока-пока.